Атмосфера праздника ощущалась уже в фойе. Здесь играл духовой оркестр. Все, кто собрался в тот вечер в Восходе, встречали музы культуры и науки. Они предлагали горожанам пройти через врата культуры, за которыми царила атмосфера Древней Греции. Еще одним сюрпризом стали так называемые книжки радости, которые сделали библиотекари. А подарок от художников – увеличитель счастья для каждого желающего. На церемонии открытия Года культуры к димитровградцам обратилась Ирина Баканова. Желаю, чтобы этот Год культуры был знаменательным в нашем городе и чтобы он принес еще больше нам с вами удовольствия от того, что на территории нашего города будут проходить замечательные культурные события. Вслед за приветствием последовала концертная программа. Один за другим выступали лучшие танцевальные коллективы, многие с премьерными номерами. Горожан порадовали и воспитанники школ искусств. Хотелось бы, чтобы люди наши, ну, больше к этому тянулись. Тогда будет больше доброты, больше тепла, больше внимания друг к другу и любви. Ульяновской областью, городом и годом. В 2012-м будет править Ее Величество культура. Впереди Димитровград ждут региональные, российские и международные конкурсы, конференции и фестивали. Юлия Лаптева, Анжелика Бровинок. Новости Димитровграда.